Вот, в следующей песне будет Вадим Егоров. Какой бар. Нам сестренкой каюк, наша мама на юг улетела недавно. Это ж каждый поймет, жизнь без мамы не мед, а с отцом ты подавно. В доме тарам-тарам, папа нас по утрам кормит ржаною кашей. Он в делах, как в дыму, и ему потому не до шалости нашей. А пошалить хочется очень, мы ведь не так много и хочем. Каждый отец и даже отчим это поймет. Вот вчера, например, я такое имел, полетать захотелось. И была не была, два бумажных крыла мы приделали к телу. И пошли на балкон, пусть на нас и закон поглядят домочадцы. Как с балкона мы, ах, сгонем на крыла, чтоб по воздуху мчаться. Были бы внизу реки, поля, мы у всех мы попали в шляпу. Вот красота, только бы папа не улетал. Я уже улетал, но отец улетал. Представляете? Он расширил глаза и схватил меня за то, что ближе лежало. Папа стражем искал, я от папы скакал, как лошадка в галопе. И как будто коня пап шлепал меня по горцующей попе. У всех отцов богатый опыт по мастерству шлепанье попы. Вот подрасту и буду шлепать попы я сам. Мы отца не виним, мы помиримся с ним и забудем о ссорах. Есть такой порошок, с ним взлетать хорошо, называется порох. Мне б достать порошка, пол посыпать слегка, кинуть спичечку на порох. Как взлететь я хотел, что ж, коль сам не взлетел, так взлечу вместе с тобой. La 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 la.